А это ревнует, ревнует, ревнует. Людк! А, Людк! Людк! А, Людк! Ты деньги брала, а? О, хватилась Надюха-то. А денежки-то баба унес. Натаскали вчерась. Да постирать я хотела. Так ты это еще используй, что ты? Я сейчас тебя использую. Я сейчас тебя, паразиты, так использую. Куда тридцатку дела, а? Ты что ж такой бессовестный-то, а? Ну, если голубей купил, захлестну. Вместе с голубями захлестну паразита. Ну ты что, лестницу сломаешь? Я тебе сейчас серебра переломаю. Голубятник ты паршивый, лестницу он пожалел. Ах ты! Так мне чинить лестницу, нафиг! Я тебе сейчас починю! Вылезай, говорю! Покупал или нет? Ах, паразита! Нолька, давай говори, матерь, как на духу. Покупал, батя, голубей или нет? Слышь, кому говорю-то? Но! Да. Ну вот, тебе на платье и на мороженое. А тебе, Людк, вот, на сапоги и на помады. Вот эти
Будем теперь голодом сидеть. Чё ты размахнулась на 25 рублей-то, Надюха, а? Ай, ай. Иди! Ты чё? Целуйся там со своими голубями. Ой, обдирай. Обдирай нас, как липок. Они красивые. Вот ведь знала, а матерь не полслова. Надь, они чупатые. Ой. Ага. Как-то? Ну, чубчики у них такие на затылке. Надюх, хочешь покажу, а? Только выйди. Люк, гну, что делать-то будем? Деньги последние были. А ты с книжки сами? Сейчас как я тебе пульну. Ну ты че? Много клал-то, чтоб сымать. Так не я, ты клала. Ой, прям чем-то. Убила паразита. Ой. Ну, Людка, иди, неси сберкнижку. Где? Тама. А. А. Ты давай плитку почини. Надоело мне за каждым разом печки топить. Слышь, что говорю? Сейчас, сейчас, починю, Надюха. А? Мама, я тебя голубей целый месяц ждала. Оленька. Думаешь, легко они деньги достаются? Добро ведь на какое дело, а то голуби. Зато не пьет. Ой, правда, хоть не пьет. Ух. Ну ладно, пойду в магазин. Ой, а ты что стоишь, уж растопырила отцова заступница? Людка! Ленька из техникума прибежит, покорми парня. Сам не поешь, что ли? Ох, с мужем ты будешь так разговаривать. Вмиг он от тебя сбежит. От тебя не сбежал. Ой, да я что, я отходчивая. Сама-то поешь? Не хочу. Канистра где? В сарае под брезентом лежит. А ты куда собрался-то? Черемхов с дядей Сашей сплаваем. Там порох дают. О, на мою доль-то прикупи. Нормально. Хлеб да соль. Здрасте, дядь Мить. До свидания, дядь Мить. Василий. А? Людка, здорово. Садись, пообедай с нами, дядь Мить. Можно. Здрасте, баб Шур. До свидания, баб Шур. Ой, дядь Мить, да спрячь ты ее. Вот в этот. Камни найдет. Что, Людка, в отпуск? А чего одна? Где твой-то? Шш, дядь Митя. У нее что-то там с Генкой-то не заладилось. Что такое? Да мы не спрашиваем. Ну, молодец, что приехала. О, он же закусывает. Ну, как же. Я говорю, закусываешь уже? О, Саня пришла. Саня пришла, я тебе еще в магазин заприметила. Я ему, Митя, Митя, он ухом не ведет. Почесал и почесал. Что говоришь? Что ты, слышишь, плохо стал? Ну, ну-ка, скажи что-нибудь. А что сказать-то? Здорово, дядь Митя. Не слышал. Надо это, аппарат, кушник уйти, аппарат ставить. Ну, не пил, не пил я. Хотя, повод есть. День взятия Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80. Садись, баб Шур, поешь с нами. Почту там не принесли, а? А, Катя разную сейчас встретила. Баб Шур, ты тогда сама, ладно, а? Ага, иди, иди, иди. Василий, это вы чем руки-то моете? Паразит! Ну, Санька, это я тебе никогда... Ну, бабушка...
Ничего, ничего, врагу не сдается наш гордый варяг. Выходной сегодня? Выходной. А чё, к оазиса? Знать, ты поцапался? Ага. Чёрт тебя. Я теперь тоже со своей в контр. Она сейчас там, а я тут. Она туда, а я сюда. Пускай по марафоне. Идёте? Лёд! Здорово, Саня! Давай, желаю. На, хлебни. Не, не люблю. Ну что, нормально? Порядок. Ну, о, давай. Ведра прихватил. Ага. Ты его сдал мореходку, чем в этот лесной. Он сам решил. Ничего, не Петрики, в красивой морской жизни. Лёх, ты матери не говори. Нормально. Товарищи жизни, я-то оранжевый закончил. Остались только бледно-зеленые. Режь меня, не понимаю. Я со своей кикиморой воюю, партизан, ты хочешь виноватиться. Что на тебя рыпается? Так из-за голубей все. Да она уже не сердится, а? Стебанешь сразу, все, как шелковый стали. Что характерно, обнаглели. Поясни, вот как у джигитов этот вопрос поставлен. Когда они разговаривают, она в комнату не войдет. Потому горняки, то есть люди с гор. Мы его не видал. Конечно, где ж ему быть-то, как не здесь? Да ходил я только пару кружечек-то, вкус-то не забыть, ага. Ага, давай, сумку, ясно, помогу. Тяжелый, небось, а? Давай. Нашелся помощник, пожалел. Но Филиппова не видел. А? Не? А что? Конечно, раз ты дом-то посидишь, ищет он тебя. А что такое? Вон у него лебедка сломалась, порожняк пришел, просил тебя подсобить, беги на лесной. Ух ты, ешкин кот, ну так побежал я. Ага. Давай, давай. Василий, а? Да кавалер-то мой недоделанный заплывал, нет? Нет, не видал. Паразит ты, а? Ох, паразит. Он же на меня обидит. Пошло портретом все не умылось. А у тебя? Все умылось. Учудили, учудили. Старые, да что ж вы все никак не навоюетесь? Оль, зашла сегодня к добру. Ага, мне завтра с утра на картошку-то ехать. Филиппову подсобить просили. Да как ехать-то теперь, не знаю. Господи, придет он, никуда не денется. Ой, Надя, дай мне лопату-то вашу. Сейчас. Наша-то совсем тупая. Нычка бы дома тачила, да где его сейчас возьмешь-то? Ищи, свищи. Людк, а, Людк, сумки-то возьми. На-ка. Здравствуй, Люденька, здравствуй. Здрасте, баб Шура. Ой, ну никак не наглядюсь на тебя, ну никак не наглядюсь. Слышь, Надя, Надя, я говорю, не могу наглядеться на Людку-то. Он какая красавица-то получилась, какая удала красавица. А чего не заходишь-то к нам, не проветришь? Заходи, чайку пошвыркаем с брусничкой. Это такая ладная брусничка получилась. Держи, тетя Шур. Надюха! Чего? А! О! Ты где бегал, черт малохольный? Страшную весть принес я в твой дом, Надежда. Зови детей. Чего такое? Василий пошел лебедку чинить, а я с ним. Еще он все дорогой курить хотел. И вот только он пришел, только закурил, а я рядом присел. Ну, дурак старый, ну, говори скорее это, ну, доводит же людей до белого коленя.
Кикимор, я не понимаю. Убери ее, Надежда! Ну, правда, чего тянешь ты, дядя Мить, говоришь? Ну? Он у вагона стоял. Ну, кто стоял-то? Кто стоял, Василий? Бревно! С вагона соскользнуло, кувырк на землю. Одним концом Ваську по голове. Шибануло вашего отца, Людка. Все. Вася! Все, все. Теперь так и останется. Что останется? А согласие. Так он живой? Ты что каркаешь, дура? Конечно, живой. А глаз как это? Один туда, один сюда. А вы что подумали? Неплохо, неплохо. А теперь вы. Я? Да, вы. Объявляй вторую фигуру. Ну? Я объявляю? Да, вторая фигура. Объявляйте. Фигура вторая! Печальная. Чего приперся, старый хрыч? Ну? Ходит еще. Сейчас как он возьму, шугану метелкой, будешь знать. Не надо. Не надо. Прости, Надежда. Обрыбишься. Ведь чуть не померла со страху. Вот все расскажу Василию. Когда из больницы придет, будешь знать. Надя, у тебя бражка есть? Есть. Да не про твою честь. Плохо мне, Надюха. Ух ты, бедный какой! Пожалейте его, гляньте, не допил. Сейчас пойду жене-то вон, расскажу, как по дворам шляешься, попрошайничаешь. Да нету ее! Санечки мои, нету. Все! Нету! Куда ж-то она у тебя, интересно, подевалась? Я ей сразу говорил, давай вызову. Нет, говорит, отпусти. Потом смотрю, пятнеть уже начала. И послушался ее, побежал. Куда побежал-то? Да ты что? За скорой. На ней поехал в 10-ю больницу. А? Потом вышел врач, говорит, умерла дедушка. Твоя бабушка. Умерла, говорит. Ой! Не могу. Да как же? Я ее позавчерась видела. Ну? А вчера? На картошку собралась утром. Что характерно, с Филипповыми. Говорила мне. А потом захудела ей. Согнуться, говорит, не могу. Сердце колет. Говорит... Поезжайте сами. Покопайте. Чего ж ты к нам сразу не прибег? Только сейчас отошел немного. Все лежал. Шаг сделаю,
не держит ноги. Как вата, ноги. До сих пор трясутся руки. Выпей, дядь Митя. Выпей. Не надо. Выпей. Санечка, не любила я этого. Сейчас можно, можно. Ой, бедный ты, бедный. Чего у ней было-то, врачи сказали хоть? Инфаркт миокарда. Вот такой рубец. Вскрытие показала. Закуси. Не надо. Завтра привезут. Ой. Вообще 3 дня держать положено. Но в морге нет местов. Ой. Поможешь ли по-соседски? Как же? Поможем. Людка, чего? Тетя Шура померла. Да вы что? Дядь меня вчера в больницу повез. Она там и померла. Сердце. Инфаркт миокарда, Людка. Ой. Ведь не старая еще. Сколько ей было-то? А мне сколько? Вот и считай, на 3 года моложе. Сколько, Людка? Ой. Лень, баба Шурт померла. Нормально. Вчера. Что характерно? Любили друг друга. Знаешь, как она меня называла? Никто не знает. Я говорю, Санюшка, а она мне, Митюнюшка. Я ей говорю, Санюшка, а она мне, Митюнюшка. А голос какой? Скажи, Надь, как запоет. Ой, дали. Увесели миг, и миг разлуки готов делить с тобой всегда. Давай пожмем друг другу руки и вода. Копались уже. Ой! А что это ты? Сон рассказываю. Приснится, зараза такая. Надь, а что ты тупой-то его? На, а что такое, Надь? А что ты наливаешь-то ему? А что тут делается-то у вас? Я спрашиваю, что происходит-то у вас? Я тут за ворота, он уже вон нарисовался, он уже выпивает у меня тут, а? Ой! Ты! Беги, дядь Мить. Дядь Шур, он ж тебя похоронил. Что? Из морга, говорит, тебе завтра привезут. Ай, паршивец, паршивец. Ох, попался? Врагу не знаю! Ой, а дома?
Фигура третья. Разлучный. Вот дача. Уезжаю на курорт. В бар там схожу. Этот, как его, коктейль попробую. Ага. У новеньких скоро птенцы будут. Смотри, чтоб кошка-то не утошила. Пшенички прикупи, не забудь, ладно? Да знаю я все. Пап, а покажи фокус свой. Какой фокус? Ну, голуби попои. Какой же это фокус, дочь? Это учеба. Ну, давай крошку-то. Давай. Пьет. Надо же, не боится. Да, Солюхин, это Володька дурачок был. Так он их из одного глотка по 5 штук поел. Дурачок? Ага. Любили ушибка мы. Вся деревня любила. Кто что попросит, по хозяйству помочь. Тут же придет. Работать, упираться, будущих хозяев. Ага. Ума-то Бог не дал, а души и силы бери сколь хошь, и края не видать. Убили его, беднягу. Кто? Да шабашники из города понаехали. Их к нам деревню-то и поселили. Раньше-то ёшкин кот вроде не селили, а тут что-то поселили. Ну, тебе что, давай, буянить, пить да драться? Вот Володька-то как раз на такую драку-то и наскочил. Ну и как? Детишки-то грозят, маленький-то, стал пальчиком грозить, мол, нехорошо, безобразники, что вы делаете-то? Чего деретесь-то? Ну, а тебе что, разбираться будет? Взяли да ножом-то пырнули его. У нас церковь была брошенная, а в церкви этой жили голуби. Вот Володька-то и подкармливать их стал. Придет, скрушит им буханку-то. Они облепят его со всех сторон, окружат и по лицу, по щекам. Положит его, он почему не попадет. А он смеется, аж заходится. Забавно, забавно. Они и не боятся его. Одно его-то не боялись, Володьку-то. Ага. Я помню еще, рубаха у него была красная такая. Вся в мелких дырочках-то, от коготков. В ней хоронили. Пока закапывали, они все кружили над могилкой. А уж потом, когда все разошлись, они еще покружили маленько и улетели. Больше мы их и не видели. Умный они, ёшкин кот! Пряшила. Чего вылупился? Иди отсюда. Давай. Извините, что помешал вам деньги прятать. Ну-ну, давай, еще раз звони по всему поселку. Трепло. Понял? Вот, сюда положишь, на булавочку застегнешь. А расстегнется? Ой, уколешься. Так что, на живульку что ли зашью? Да я в карман положу, да и все. Куда в карман? Да ты что? Ты знаешь, вытянут ведь. Знаешь, какие ловкачи есть, не учуешь. На, одевай без всяких разговоров. Ты сам. Че? Ты что наделала-то? Погладила. Да кто ж его теперь завяжет-то? Съездил на курорт. Ну, может, это к Николаю Трофимовичу? Да не носит он их. Ну, погоди ты, Вась, не расстраивайся. Да найду я сейчас. О,
Проститься с другом имею право. Принес, что ли? Таможня. Ну, Василий, мягкого тебе полета, как говорится. Ну что, летишь? Лечу, лебедь. Посмотрю, что там. Голуби сверху видят. Как это место называется? Курорт органов движения, Ёшкин кот. Да ну. Ну, запах от него, дядя. Ничего, лаврушка, зажуем. Ты прям провокатор какой-то, дядь Митя. Вай! Здорово, дядь Митя. Я хлеба купил и консерву. Ну, положи туда. Хорошо. Ну, что, Василий, стрей, бога, автобус вон уже. Чайку на дорожку. Да, видишь, я шел чаек-то. Лёдка, ты матерь, не говори, а? Василий, полундра. Полундра. Ну, чё? А, о, и мой вдовец, молодец, тут их. А. Ну, чё, говорю? Ну, ничего. Всех обижал, никто не знает, как. О, всё. Давай, распаковывай чемодан. Все. Ну, ладно. Съездил, ага. Ну, чё ты, ну, на кой чёрт он тебе галстук? Ну, так пуговку расстегнёшь, и хорошо. Пуговку? Там же... Юг! Культура! И посмотри по телеку. Как культурный, там галстук. Ну, Людка, ну, красавец. Я другой узел вижу. Но давайте, ребята, с батей прощаться. Ну, дочь. Ничего, ничего. Скоро вернусь. Ну, что-нибудь напиши. Что-нибудь напишу. Целоваться-то будем или нет? Еще чего выдумал? Целоваться. Смотри там, на курортах-то. Пиши мне туда-то, не забывай, а? Аркушек мне привези. И пальму. Ой, дочь, пальму-то на себя переть. Веточку. А, веточку. Ладно. Счастливо оставаться! Осторожнее, товарищи, вы меня забрызгали. Я уже мокрая вся с головы до ног. Извиняюсь. О, здравствуйте. В чем дело? Вы у нас в отделе кадров работаете, в управлении. Товарищ Кузькин. Ага, Кузякин. Владимир Валентинович. Ага, Василий Горыч. А, ну правильно, у меня профессиональная память. Значит, вам досталась вторая путевка. Тесен мир. Нет, нет, выходите первым. Ага, слушаюсь. Это ж надо. Забраться за тысячи километров от родного дома, чтобы в море встретить человека из своей же конторы. Я извиняюсь. Вы тоже на курорт органов движения? После травмы? Боже, сохрани. Мне этот климат посоветовала моя экстрасенс. Экстра кто? Сенс. Она будущее провидит. А вы что, разве об этом ничего не слышали? Я ведь все по хозяйству. Ну, знаете ли, сейчас все газеты только об этом и пишут. Странно. Вы что, работу не так? Да нет, работает она совершенно в другой отрасли. Кстати, о работе, как у вас с планом? У нас? Нормально, выполняем, все.
Вообще-то ваш леспромхоз у нас всегда на хорошем счету. Мы вами довольны. А, большое спасибо. Одну минуточку, извините, я прочту передовицу. И сердце разрывается на части, когда я вспоминаю дальний дом. Ох! Но знаю я в предательстве несчастье. Здрасте, Рыза. Здрасте. Так мы еще и соседи. Извините. Она взяла ботинок, обыкновенный ботинок, так приподняла его за шнурок и отпустила руку. А ботинок так и остался висеть в воздухе. Рая Захаровна, а как это? Телекинез. Движение предметов при помощи взгляда. Сейчас это явление широко изучается специальными экстрасенсами-лабораториями. Разумеется, пока не на официальных началах. Но ведь генетику тоже не признавали, помните? Но прогресс неумолим. Вы согласны со мной? Точно. Вы видите карликовые деревья японского мандарина уншу. Я вас обязательно познакомлю. Только имени. Не-не, могила. А то ведь как экстрасенса выявляют, его же сразу на учет ставят. Он тогда работает в государственном масштабе. Провидит, что происходит за рубежом. Да. Вон чего. Чуть что. Правительство к экстрасенсу обращается. Экстрасенс делает запрос в космос. Так, мол, и так, мол, как? Через астральные тела приходит ответ. И только после этого, какой звук, правительство решение принимает. Да. Да. Но это же губительно для экстрасенса. Нервная система не выдерживает. Ну так еще бы. Каждый день за правительство думать. 16 гуманоидов нашли на месте аварии. Небольшого роста, в среднем 1,20 м, зеленого цвета, бесполые. Знаете, такие мудрые, грустные глаза. А вы что, их видели, Рейзаха? Да, видела. Их никто не видел. Минуту полежали на солнце и растаяли. Да? Да, превратились вот в такие 16 пятнышек. Только об этом не это же военная тайна. Понял, могила. И наши американцы скрывают, а сами давно уже общаются с ними. С кем? С перешельцами, с гуманоидами. Уже точно установлено, что люди произошли от них. Это так, в учебниках договорились писать, что от обезьян. Дичь какая-то. Приношу им фотографию еще одного человека. Он, знаете, как-то неожиданно исчез. Она взглянула внимательно на фотографию, подошла к карте. Ну и чё? Рай-Захар! 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 Я говорю, ну и чё дальше-то было? Подошла к карте и чё? Да. Подошла к карте, ага. Так вот ткнула пальцем и говорит, вот горячая точка, он сейчас здесь. Извиняюсь, нашли? Рай Захар, мужика-то нашли. Кому? Мужика-то, говорю, нашли. Да какой-то электросон, я вам скажу. Ну, прямо как каменный век, понимаете, по сравнению с этой восточной медициной. Там ведь, знаете как, вот иголочкой тюк-стык, и все. А, не берет. Точно. А у меня только башка трещит, и все, больше ничего. Я извиняюсь, конечно. Какой-то сорт непонятный. О чем яблоки? Ленька просил батарейки купить для транзистора. Да и Ольге надо подарок купить. Я люблю вас. Я люблю вас, Оля. Ольга, это жена? Нет, Оля это дочь младшая. А жена Надюха. Надюха, красивое имя. Я извиняюсь, а вашего мужа как зовут? Кого? Ну нет, знаете ли. Я своей свободой дорожу.
Барак – это добровольное рабство. Да. А кто вам галстучек купил? Так это Надюх купил. Рекомендую приобрести вот этот. Он и костюм подходит, и глаза. Могла бы я тогда детей в головки, скажу, рыдая, вы попали не туда. Говорит, не можете больше терпеть? Она говорит, не могу. Так и говорит. Попробую вам помочь. Привел ее в свой кабинет, раздел, положил на стол. А потом голыми руками, без всяких острых предметов, раздвинул. Там у нее какие-то секреты есть, кожа сама разошлась. Вам не больно, спрашивает? Нет, очень хорошо. Вынул все внутренности. И в таз. Там промыл их чуть ли не щеткой, прополоскал. Ёшкин кот. А. И все, что болело, в мусорное ведро. А что, наши-то пока не умеют? Это же специфическая филиппинская медицина. Раиса Захаровна, а баба-то эта жива? О, еще как жива. Прекрасно себя чувствует. Правда, не узнает никого. Память почему-то отшибла. Но важен же не результат, а процесс. Я понимаю. Я вас не утомила? Да нет, что вы. Я столько узнал, я бы за всю жизнь столько не узнал, Раиса Захаровна. Знаете, какой вопрос меня все больше и больше занимает? Какой, Раиса Захаровна? Какой? И как это случилось, что вы и я оказались здесь вместе? Под этим южным волшебным небом, как, Василий? Так по путевкам? Одна организация. Вы не романтик, Василий Егорыч, не романтик. Но адрес мой ты навсегда забудь, но кончается вечность, и приходит разлука, и все ближе и ближе расставание час. Давай посмотрим в глаза друг другу, давай станцуем. Давай станцуем! Давай станцуем! Последний раз! Купаемся, Василий! Купаемся! О, уронили, Раиса! Разаемся! Все, уронили! Какие звезды здесь в небе! Светят! Ой, и луна качается. Очень качается. Ну, очень пьяная, Василий. Да не, нормально. Мы же это, по чуть-чуть. Спасибо. Вы очень добрый человек. И все у вас хорошо. Дети, семья. Живете дружно, да? Да всяко бывает. Вы не похожи на скандалист. Да я-то нет. Жена? Надюха. Из-за голубей, да так, это по мелочам. Это груз. Очень груз. Вы голубей разводите? Раиса Захаровна, да вы что? Я ж не на продажу, я ж для души, голубей.
Обидел, да, вас? Вы знаете, я в детстве была безумным сорванцом. Все с мальчишками, с мальчишками. Мой папа очень хотел мальчика, а родилась девочка. А как назвали-то? Кого? Девчушку-то. Раиса Захаровна? Не понял. Мой папа хотел мальчика, а родилась девочка, я. Ну, понятно. Мой папа. А ты знаешь, кто был мой папа? Нет. Офицер кавалерии. Понял. И мы тоже отняли голубей. Так бывало. Свистеть я никогда не умела. А ты умеешь? Но меня всегда удивляло другое. Как эти глупые птахи способны к нежности. Почему у людей все иначе? Почему у людей все иначе? Почему, Василий? Почему? Почему? Точно. Точно. Она мне говорит, куда деньги дел? Куда деньги дел? А куда деньги дел? Так я давеча парочку голубей купил. А? Ох, умные эти. Пернатые-то. Возьмешь так, голуби-то. Запустишь ввысь, под облака стоит. Он такой махонький сделал со спичечной головку-то. А ее при себе держишь, голубку-то. А потом руку вытянешь там, помаячишь, а он оттуда камнем кидается на нее. И перед ней. Гур-г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 ур. Вот это что такое, а? На инстинкт размножения. Любовь. Вероятно. Чувствую себя, наверное, хорошо. Еще не понял. Оля набрал ракушек полную тумбочку. Ух ты. А ветку пальмы срежу перед отъездом, а то засохнет. Леньке накупил батареек для транзистора. Нормально. О, в общем, все, что просили и заказывали, я выполнил. О. Дорогая Надя, ой, извините, что я... Ой, что это, Людка, глянь. Вроде как не он пишет. Почек больно быстро пошел. Дорогая Надя, извините, что я вмешиваюсь, но Василий очень робкий и деликатный человек, поэтому ему трудно решиться. На берегах этого удивительного моря мы с Василием обрели друг друга. Чё-чё? Они с Василием обрели друг друга. Так. Это случилось внезапно, как наваждение. Мы до сих пор несколько растеряны. Но пути Господни неисповедимы, и кто знает, на какие испытания Он нас еще подвинет. Безусловно, жить теперь друг без друга мы не сможем. Людка, ничего не пойму. Кто пишет-то? Сосед его, что ли? Не сосед. Женщина. Ну-ну. Не пугайтесь, я не против его общения с детьми. Думаю, что вы, как интеллигентный человек, не осудите нас за этот лучик счастья на темном небосклоне жизни. Простите нас, Сува... Ну-ка. Вот, а. С уважением, Риса... Раиса. Раиса Захаровна. Пыс-пыс. Ой.
Спасибо вам за Васю. Чё это, Людка? Пысь-пысь-то, чё? По скриптам. Ну? Послесловие. Ну? Спасибо тебе за Васю. Кому? Да тебе спасибо, за Васю. А, ну? Погоди-ка, вот опять он пишет так. Ага. Надя, мы 4-го вылетаем. Назад домой. А сегодня какое? 11-е. Прилетели уж, наверное. Так что ты сюда не пиши. Я бы сам не сказал, письмом как-то лучше. А Раиса Захаровна женщина хорошая. Она даже подарки помогала искать. До свидания, Василий. Ни при чем. Как убьешь? О, дурак. Ты чё, Лёшка, не вздумай. Слышь, за шкирку его потрясти будь с него. А ну-ка сядь! Куда идешь? Да в уборную я. И я с тобой. Ты что, сдурела, что ли? А чё, я покараулю. Да в уборную я. Ага, в уборную, знаю я. Смотри мне, удумаешь, в тюрьму посадят, потом всю жизнь мне не выровняешь. Лёнечка, ну надо мне, надо, ну! Лёнечка, потерпи, да. Сынок, может, он еще вернется. Да с ума вы все, что ли, посходили? Здравствуйте. 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 Вы Надя? Ой, я. А я к вам. А вы откуда вы? Вообще-то я с работы, с управления. Ой, здрасте. Проходите, пожалуйста. Благодарю вас. Самовар? Какая прелесть. А у нас тут такое горе, такое горе. Мать, кончай. Извините. Благодарю, Леня. Ой, я сейчас чайку поставлю. Ой, не-не-не-не. Да что вы, что вы? Вы кем в управлении-то? Я работаю в отделе кадров. О, что ж так плохо за кадрами-то смотрите? Бегают куда хотят ваши кадры, а вам и дел нет. Вообще-то, знаете, у нас текучки нет. А у нас текучка. Ох, какая страшная у нас текучка. Вы уж там пропесочите его как следует. Вы уж там сымите с него, с дурака, стружку-то. Мам, ну уж не по тому вопросу пришли. Ну почему же? Именно по этому вопросу. Делать, что ли, больше нечего. Иди. Иди. Простите. Лёнь, ну-ка, вернись. Куда пошел? Поросятам дам. Гляди мне, не вздумай. О, вот отца убью, говорит, и все. Кого? Отца. Фу. Вот отец. Тихо, тихо. А как что-нибудь тимяшь себе в башку-то, а ты бойся. Я не думаю, что это выход из положения. Да разве можно так думать? Конечно. Ведь отец все-таки, а?
Вот ведь подженился себе подлец и знать ничего не знает, а? Говорили мне, говорили, чем они на курортах-то этих занимаются. Как туда только по тоскухе-то эти попадают, а? Да что ж вы им путевки-то на юг выдаете? Надь, мы обе женщины. Ага. И я хочу, чтобы мы поняли друг друга. Да, да. Все не так страшно. Кажется, страшно, страшно. Успокойтесь. Прошу вас, успокойтесь. Вы его любите? Чего? Любите ли вы этого человека? Да какой это человек? Да был бы это человек. Да разве бы он так поступил? Его эта стерва облапошила, а он дурак и уж-то развесил. Ой, ну почему вы так думаете, будто его кто-то облапашивает, а не он? Ой, да что вы говорите? Да ради доброй эта женщина бы так поступила. А вот увидите, все ей это льется. Все. Бог-то не Тимошка. Видит немножко. Да что раз, что закается. Змеюга подколодная, как чужих мужей-то от семей отрывать, а? Да почему вы так говорите, будто у нее их, я не знаю. А что, первый он у нее, что ли? Ну, не 16, поди ей. Да, не 16. И не первый. А если это любовь, Надя? Какая любовь? Такая любовь. Вот о чем должны вы были сначала подумать, Наденька. Ну, не знаю я уж. Сколько лет с ним прожили. Чего ж, воевали мы, что ли, с ним? Все у нас хорошо было. А привычка? Какая привычка? Элементарно, привычка. Потому я и спрашиваю вас, любите вы этого человека? Ну, не знаю. Вы все слова какие-то говорите. Какая тут любовь, когда вот воздуха мне не хватает, надышаться не могу, а в груди прям жгет, как будто жар вон с печи сглотнул. Надюша, не держите на Василия зла. Если вы его любите, вы не причините ему боль. Я понимаю, очень трудно такое сразу принять сердце, но ведь мы с вами люди. И у нас есть разум. Что такое? Что это вы на меня так смотрите? Ты ли? Чё ли? Я. Надежда, как вас по отчеству? Ой, чё делается? Людк! А, Людк? Что? Глянь, чё делается? Это ведь она. Здрасте, Люда. Угу. Вы что, намерены скандалить? Угу. Я же к вам пришла как к умной взрослой женщине, Надежда. Ах ты, сучка ты, крашена. Почему же крашена? Это мой натуральный цвет. Ну, я так понимаю, что наша встреча подошла к концу. Спасибо за внимание. Мы обсудим с Василием создавшуюся ситуацию. И результаты сообщим вам в письменном виде. До свидания, Люда. До свидания, Надя. Провожать меня не надо. Всего доброго. Живите дружно. Сейчас я тебя провожу! Девушки, уймите вашу мать! Тихо. 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 Зараза! Людк! А, Людк! Тьфу, деревня! Чего это? Чего это такое делается, а? Я перед ей всю душу выворачиваю, а это она? Узнаю, кто из вас с отцом видится, прокляну.
Здравствуй. Где? Здравствуй, дружок. Обедать будешь, Те? Широкостромская натерта. Свекла. Есть. Еще. Да, так. Ой! Ах ты, Господи. Что? Вот ты. Я все вижу. Раиса Захаровна. Я чуток хотел подсолить, но совсем горло-то не лезет. Ни в коем случае. Соль – это белый яд. А, так сахар же белый яд. Сахар – это сладкий яд. Раиса Захаровна, может, с хлебушком, а? Хлебушек? Это вообще трава. Не, я сейчас горбушечкой отравился бы. Но правда, жрать охота. Не жрать, а есть. Чё? Да ничего, что! Ой! Раиса Захаровна, ну что так убиваться-то? Ну правда, Рай, ну не надо, а? Прости, милый. Мне сегодня сделали очень больно. Ты боишься, а, Рай? Элегию. Масны? Иди сюда, любимый. Сядь. Дай мне руку. Вот так. И помолчи. Почему люди такие жестокие? Кто? Почему? 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 Так люди разные, Рай. Боже мой! Ну что я ей сделала плохого? Что? Рай, ты боишься? Ты проголодался, милый, да? Ага. Давай. 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 Мальчик, садись на место. Сейчас покушаем с тобой. Мальчик. Нет, нет, нет. Барьер непреодолим. Не понять нашей любви. Более того, нас чуть не убили. Эти люди стояли и смотрели. Боже мой, Василий, это же твои дети. Какой равнодушие. Рай, ты чего? У Нади была? Была. И наткнулась на стену непонимания, эгоизма и ненависти. А ты чего? Пошла-то к ней. Хотела найти контакт. Ты человек робкий. Думала, о, но... Придется тебе самому все решать. Осторожнее, Мин. Так испортишь и масло, и иголку. Значит, ухожу я. Подожди, еще надо решить. Не-не, не-не. Ничего решать не надо. Я пошел. Куда? Куда-нибудь. Я уже собрался. Как? Ты, что ты намерен вообще? Ага. А я? Ну зачем эти, Рай? Вон носки, рубахи стирать не умею. Но ты, да ты уже научился. Матерюсь. А мне нравится, это пикантно, я привыкла. Хочешь? Ёшкин кот, я не буду. Не надо. Ну, не могу я, Рай Захаровна. Тянет и все. Куда тянет? Ну, к Наде, к детям. Ты идешь к этой горгоне? Не, я к жене.
А как же я? Раиса Захаровна, ну не могу я. Я не пущу тебя, Василий. Я не пущу тебя, Василий. Да что такое, ё-моё, ну, чё в самом деле, а, Раиса Захаровна? Я ж по-хорошему, по-человечески хотел, ну. Да что так? Василий, Василий, ты моё счастье. Ты моя судьба. Чем ты? Ты моя любовь. Ну, хочешь, я научусь печь пироги. Я их сама люблю, Василий. Я все сама буду стирать, Василий, хочешь? Ну, скажи, какой ты хочешь, чтобы я стала? Я буду, Василий! Рай, ну, что ты прям как в кино-то, а? Вы не верите мне? Отпустите меня. Рай Захаров, а? Не убивайте меня, Василий. Я знаю, мы с вами из разных социальных пластов. Но ведь нас судьба свела. Да какая судьба-то? Да-да. По пьянке закрутилась и не выберись. По пьянке? Ну? Какая дура, господи. Ну, успокойся ты. Ну, успокойся. Да плюнь ты на меня, господи. Я же вам книжки читал. Ну, зачем я тебе? Кроме образования. Ты же на меня от тоски бросилась-то. Я? На тебя? Ну, а кто же? Все одна да одна. Тоже пойди, не сахар, а? Вот это правильно. Он из дома! Вот это дело. Оставьте нас! Пожить покрасивше захотел. Он из дома! Вот это. Оставьте нас! Вот это хорошо. Вот. Господи. Ага. О. Ну чё там выпало-то? О, придёт, Василий! Точно, всё! Придёт! Надя дорогу выпал, а не ему. Надя куда-то пойдёт-то, ну? Только злость вот. Ну, злость! А что, радоваться, что ли? Скажешь, что же? Ой, уйди отсюда, не сбивай меня. Мам, может, встанешь, а? Правда, Надя. Расходилась бы, а? Ну, тут чего ты такой подсуетишься? Там чего-нибудь поделаешь-то? Ты перекинь думки-то свои на хозяйство-то. Еще маленько полежу. Два дня уж еще маленько. Ну, давай. Вставай, нельзя так, мама. Уедешь в город. Леньку в армию заберут. Помру я. Так ты уж Ольку-то не бросай. К себе возьми. Здрасте, договорились. Ах, городские я. Санька, ты связь-то держи. При чем тут город? Куда он? Все хотел, ты говоришь. Господи. Ну, в бар, в бар. Где ж я ему возьму этот бар? Вот, побарствует маленько и притопает. Ну, все, давай. Давай, вставай, Надь, ну, вставай. Давай, давай, вставай. Ну, и правду, и залежишься, и прям побрешься. Ну, давай. Вот, ноги давай. Вот.
Вот, вот и сидим. Что ж ты, как маленькая. А, вот и сидим уже. Сидим уже, вот. Давай. Вот и сидим. Вот. Паразит. Ах, паразит. Видишь, Оля, защищала всю папку-то. А он, вот ведь какой оказался. Трави-то девчонку-то, ну. Убить его мало. Хоть бы загнулся где. Ну, ты совсем сдурела. Ты зачем сдурела-то, Надя? Мама! Шушукались все с отцом, прятались. Вот теперь народит тебе других, ты узнашь. Мамка твоя плохая тута, дома. А папка твой хороший, вон, а другу мамку себе заимел. Так иди к ней. Мамочка! Иди к ней, она небось добрая. Небось не ругай. Да перестань! С ума сдурела! Горячи на мать, горячи! Мало ей! Как мама, тетя, перестань, Оля! Ну, как тебя не кричать-то? Что ты с собой делаешь? Я же делаю правильно, мать плохая. Ну, кто тебе сказал, что ты плохая? А никто. Сама на себя ругаюсь. Что ж я не вижу, что ли? Что вы все думаете, что отец из-за меня? Что ж не вижу я, что ли? Совсем сдурела. Ничего, ничего, моя дура. Мать плохая. А как в городе-то хвост-то тебя прижала? Куда ж ты, мил моя, прибежала? Да если б я знала, что ты меня там привлекать-то этим будешь. К маме прибежала-то, забыла. Какие слова ты мне говорила, ты как в коленке мне плакала, а теперь мать дура, мать плохая, мать меня бросим. Так и вы, давайте, бросайте, бегите, а кто куда. Надь, ну будет тебе, Надь, ну хватит, ну Надь. Ну, ты что делаешь? Надя, что она делает? Пускай, пускай катится. Ну, чего вы, как заположены? Да ну, чего вы? Спасибо, мама, спасибо. Приехал, не работаю, глаза намазал, кому ж понравится-то. Ну, пожила, отдохнула и хватит. Ну, да, ну, чего вы, ей-богу-то? Ну. Я ж молилась на них, баба Шура, я ж думала, у меня дом есть, мой дом. Приехал на жизнь свою дырявую поплакать, мне кажется, хвост прижал. В сердцах ты чего не скажешь, что дулю? Хватит! Я не деревянная! Как жить, баба Шура? Ну как жить? Ну ничего не знаю. Я от мужа сбежала, тут отец убегает. Люд, не уезжай! Люд, прости меня, дура! Прости! Однако, потом сейчас будет. А ты из меня сколько крови выпил? Я ж спокойные дни-то на пальцах могу сосчитать. К Дарье у Святской. Кто через огород шастал? Говорил же, огурчиков набрать. Ну, а не принесло тебя, Глоеда, с тех огурчиков-то? Да. А на Маньку Зыкову не заглядывался? Ай, скажешь, нет? Заглядывался. Да все вы на одну колодку, дядя Митя. Кто там вы? Все взерепенились, я погляжу. Надя, 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 лучше молчи, Надя, Надя, сколько, дядя Митя, а? Я уж не знаю, куда ты спрятаться. Ты-то чего? Молчите лучше, дядя Митя. Ой, папа! Батюшки, Василий. Это откуда вы это к нам? Такого красивого дяденьку замело. Или что, забыл? Сказать пришел. Ой, гляньте-ка, в глаза не смотрит. Наверное, двойку получил. Ну, как живешь-то? Как молодуха наша. Я и тут косму повыдирала. Расстроился, пойди. Или ничего? Ну, что молчишь-то, дядь Вась? Ну, молчи, молчи. Василий, хороший же мужик-то.
как тебе не совестно такое делать-то? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дядь Митя, спички есть? Дай прикурить, а? Василий, на время или как? Не знаю, как примут. Полюбовница на спички деньги не дает. Ой, хорошо живешь. Не цепляй меня, Надюх. Я же нормально пришел-то обговорить, а ты... Я тебя цепляю. Я тебя цепляю. Ой, гляньте-ка. А ты знаешь, что я твоим голубям все бошки начисто потрубала? Знаешь, нет? Да вы чё? Ну, Клёнь, не пускай его. Пусти, Ленька. Все одно, поотрубаю. Ничего со мной не сделаешь. А ты чего, правда? Меня не пустил бы, Ленька, а? А ты кто такой? Ну-ка, ну-ка, поговори мне с отцом там. Ты че, Ленька? О, Ленька, ты че? Я же отец, ну, Ленька! Ты смотри, что делает, а? Ну-ка, скидывай штаны! Сейчас разбежался. Скидывай, говорю! Ой, ё! Ну-ка, скидывай, говорю! Нацад, а? Я тебя хоть раз в жизни-то ударил, а? Ну-ка, ты по что мамку обидел, а? Ты зачем пришел? Ты по что мамку обидел, а? Ты видел, как она тут? Ну, я обидел, я ответил. Видел! Видел! Ну, ты что, Ленька, а? На отца! Ну, руби! Руби, сынок! Руби! Руби! Давай! Кончай с отцом! Руби! Ты чё? Ты чё? Ты чё? Подумай! Осторожно! Руби, сынок! Никогда я тебе этого не прощу! Ты что с мамкой сделал, а? Ты что? Что? Я тебе этого никогда не прощу! Руби! Кончай! Никогда! Сынок! Уйди! Чей, Жень, а? Ты что с мамкой сделал, а? Ты меня ударил, а я тебя хоть раз то пальцем правил! Ты никогда не прощу! Никогда! Ты никогда! За что? Ты не плачь, а? Уходи отсюда! За что, Женька, ты меня? Да не рвите же вы меня, это господи! Никогда я ему этого не прощу! Тихо давай, тихо. Ну все. Ну, иди, пока дуай, Василий, иди. Да нет, Надь, я понимаю, Надь, ты прости меня, Надь. Нет, подходи ко мне! Ну я ж по-хорошему, тебе что, дядь Мит, я ж по-хорошему. Кто их растил-то, а? Они, ну зачем? А что ж ты мне? Ты натворил дело! Ну, теперь плачешься! Ну правильно, ну а что на меня с топором-то? Ну что же он делает-то? Оставь. Оставь, говорю. Надь, у меня деньги еще остались, может тебе, а? Подавись ими! Ага, ну ладно, понял. Ага. Что характерно, Ленька не одобрил твой поступок. Ну, правильно, виноват, ну что за топором? Ну, это зря. Когда Ленька-то топор-то схватил, я Малеха не родила, знаешь. Где он? Кто? Топор-то. Людка в огород закинул. Ой, запрячу, пойду запрячу. Тетя Шур. Беги к нему, к Василию. А что? Скажи я ему, у парома старого, подожду его. Как это? О, их ты! Ты видела, какой он? Ты видела, какой он? Весь белый, то пятнами пошел, небось ничего, тоже переживает. О, как сам тебя наказал-то, ну, не реви, не реви. Пошла я. Прибери куда, прибери это. Thank you.
догнала. Поймала его. Стоит, губы трясутся. Сказала и закивал. Закивал головой-то. Закивал. И молчит. Послезавтра ждет. Не пойду. Ты чё? А ничего. Ишь ты, какой ходок на курорт оказался. Я сначала дурой пожалела, а теперь нет, ничего. Дорогуся найдет, раз научился. Да ты чего, Надя? Так и будь сидеть в контракте. Надя, он же хороший же мужик, не пьющий, работящий. Ты найдешь такого? Нет? Нет. На черта они мне все сдались. Не знаю. Вот когда Митя-то ко мне начнет приставать, так сама еле-еле держусь. Жалко его. Ну? А чего вам страдать-то, молодым-то таким? Ну? Не пойду. Ну и сиди. Только знай, я с сегодняшнего дня с тобой тоже в контрах. Детей не жалеешь? Его не жалеешь? Тебя не жалеешь, да? Помру, Пашку на поминки позову, а тебя, Гламонку, не пущу. Не пойду. Вот, Вася, пришла я. Пришла? Угу. И что ты теперь мне скажешь? Ленька-то как? Ничего. Убьет, говорит. Убьет? Ага. Нормально. Сядем, Надюх? Сядем. Садись, Надюх. О, садись. Погоди. Сейчас. Газетка есть. О, вот так. Садись. О. О. Вообще-то холодат.
Водки, что ли, принес? Да принес. Сейчас. Ой, вооружился? Не, есть что, так я это... Да ладно, ладно, чего, лей. Глядеть на нее теперь, что ли? Сейчас. Погоди. Че? Сейчас. Закуска. Ой. Ты где? А, ой. Давай. Ой, что такое? Закуси, Надь. Много не пей. Да я маленько. Мне, Надюх, без тебя шибко тошно. Я ведь как дурак. Ну, не нужны тебе голуби-то, но и черт с ними. Я их разгоню, их. Ёшкин кот. Я ведь как медведь мне из угла в угол так хожу. Ни про что думать не могу. Но... Жизнь такая... Ой, не ругайся. Так я так... Я и что, с голубями-то вошкался? Желтая вода тебе башку ударила, вот ты и вошкался. Ну что, что ты говоришь-то, а? Че? Ничего. Стыдобище. Все мужики как мужики. А это связался вон с пацанами. И давай по крышам. Фить, фить. Прям людям в глаза смотреть совестно. Ага. Карты-то лучше штаны протирать-то, а? А я ничего тебе не говорю про карты. Те, как полоумные, вон, в 66 после работы режутся, а ты по крышу прыгаешь. Какая разница-то? Что то, зараза? Что то, Тю, зараза? Ты мать родная, ну что ты болташь, когда не знаешь? Что болташь-то, а? Знать ты много понимаешь. Прям вон ум у тебя из ушей прям лезет. Иди он к своей курортной и ей указывай, а меня нечего учить. Ну при чем тут это, ну? Это. Ишь ты, орган движения не лечили. Орган движения. Патрубади вам, чертовой матери, эти органы-то, что в дуре-то не маялись. Натворил делов и сам весь изгился, я же вижу. Базар вон, магазин, домой иду, вся трясусь. К воротам подойду, думаю, нет там тебя. А мне чего там тогда делать? Надь, я не думал раньше-то. Я умру, Надь. Я за вас умру, не за себя, Надь. Пусть режут, что хотят со мной делать, только чтобы вы жили. А? Обидел вас, я чем хочешь расплачусь. Надь, хочешь, жизнь свою отдам. Ты прости меня, Надь, а, прости. Наденька. Васенька. Наденька. Васенька. Наденька. Васенька. Наденька. Васенька. Надя. Васенька, ты чё? Васенька, ты чё, прям сейчас, что ли, увидят? Готовила, пока ребята спали. По столовкам доходить. Немного радости. А я чуть с Ленкой не столкнулся. Ну? Вроде не заметил. Господи. А я тетю Шуру встретила. Ну? Вчера. Идет по улице, улыбается. Я говорю, тетя Шур, ты чего? Она говорит, ничего. Говорит, тебе весело и мне весело. А может, узнала,
что мы с тобой встречаемся. Как? Может, сказал кто? Кто сказал, кто знает? Может, по лицу поняла? Чего по лицу? Я, знаешь, на людях как хмуро стараюсь. Старайся, не старайся. Глаза-то не замажешь. Вон как, свет это аж слепят. Ешь, ешь. Дожусь сначала. Так я уж все. Вась, ты прям как в медовый месяц. Откуда только сил берешь? Уймись, бешеная. Не увернешься. Закричу ведь. Давай, рассекречивайся. Уйди, бешеный. Уйди. Ну и пусть будет, что она была. Кто? Разлучница наша, респис твоя. Ну что, Надюха, опять? Ничего, вот жили, работали. Работали, жили, а беда-то на вон. Как собака за воротами ходила, а знать не беда это была. Когда вон как мне все показала. Чего показала-то? Как я тебя люблю. Как ты меня любишь, какие дети у нас с тобой хорошие. Так дети у нас на самом деле хорошие, точно. Ой, правда, Вась. Ой, разве я думала раньше, что ты вот так раз и куда это вдруг денешься? Никогда не думала. А теперь вот про все думаю. Про войну, про капиталистов этих проклятых. Ой, Вась, чего ж они на нас все рыпаются, а? Нашла об чем думать-то. Война тоже. Чего война? Разлучница. Ведь не знаешь вон, как детей рожать. Как о жизни им достанется, как огонь в воду их головой сунет, как судьбой их не распорядятся. Рожать не знает, как уже отражались. Прям. Ого. Ого. Сначала думать, что такое? Потом испугалась. Теперь что и думать не знаю. Тю ты, моя родная. А-а-а. Ну, ты даешь, а? Ты, однако, даешь, не я. Так обои даем-то, Надюх. Ух ты, а? Ух ты! Ух ты! Отдаешь, Надюха? Голубушка-то моя! Надюха, коровушка-то моя! Да ладно тебе! А что делает-то она, а? Любовь-то что делает-то, а? Дайте поцелуй, Надюха! Ну иди ты, уйди! Вась, поездно, слышь? Что люди-то про нас с тобой скажут? Дурела она, дур старая, а? Чего так говорят? Ты у меня молодей молодых! А, пусть попробует, молодежь-то, а? Хрен им удастся-то! Вась, два месяца уж, слышь? Это откуда? Как откуда? Два месяца мы с тобой тут, а? Прячемся. Ну? Все, хватит. Запартизанились мы здесь с тобой. Надо выходить из этого, как у подполья-то. Ага. Засмеют люди-то нас с тобой. Засмеют. Не засмеют. У меня жена беременна. Хватит на седанке-то бегать. Застудись и чай делать тогда буду. Все, Надюха, айда домой. Thank you.
замерзнешь. Да ничего, потеплело маленько. Энто не мешат? Кури в сторонку. Ну что, не терпится? Ну уж иди, поваркуй с ними. Ну то, Надя, я сейчас докурю. Да иди уж, иди. Ой, надо же. Я помнит все. Ой, интересно. А у меня будет, а? Ну-ка. Сейчас попробуем. Вот, воды набери. Только не смейся, Надюха, ладно? Не смейся. Ты что смеешься-то? А что ты сказал, не смейся? Ну, давай, набери. Давай. Ты голову к ним поближе. Ну, помочи, маленько. Помочи. Ты толкай воду, толкай. Ты чего, Надюха, а? Надо же! Ипса, не боится! Мам! Мам, ты где? Ленька, что ли? Ой. Чего это он такой ранит-то? Ну, что делать-то? Ой. Надюх, тихо, я сейчас огородами пройду. Куда ты огородами-то без штанов? Ах ты, ёшкин котенок! Я ж тебе говорила, оденься, оденься. Потеплее, потеплее. На самом деле потеплее. Ты чего, Надь? Сядь ты! А? Ой, сиди тут. Сижу. Лёнь! А, Лёнь! Мам! Мам! Здесь я. Чё, пришел уж? Да. Ой, давай-ка, Лёнька. Воды что-нибудь таскай. Да вон в бане полна кадушка. Да где? Да я вчера натаскал. Ну это, я-то вроде как постирать собралась. Да ты эту еще используй. Ну, Лёнь, ну это... Мам. Чё? Ты давай это, иди за папкой. Чего прятаться-то? Чего? Ой, кто это прячется, интересное дело. Да если бы я его оглоеду только встретила. Ой, да ладно, видел я. Где видел? Где? На реке. Еще целуются. Ладно, тебе придумаешь, что же. В армию меня забирают. Кто? Дед Пихто. Когда? Завтра к 7. Ой! А это, как ее, ёшкин кот, медкомиссия? Все, прошел. И не сказал. Когда? Вы тут со своей любовью никак не разберетесь. А какие войска, сынок? На границу. Сейчас там тихо. Тихо! Ну, скажи ты ей. А что сказать-то, сынок? Чтоб не ревела. Надюха, не реви. А ну-ка давай, иди на стол собери, скоренько. Сыночка да. Мой. Пусть отойдет маленько. Митю с бабой Шурой позвать надо, наверное. Ага, я сейчас. Пап, чё? Штаны-то надень. О, ёшкин кот. Ты смотри, а? А я это, баньку хотел истопить. А кто с тобой из ребят наших еще идет? Сашка Булдаков, Витька Розин, Вовка. Филимонов? В одной команде. Ну так ничего, хорошо. Не скучно вам помогать там друг дружку-то, а? Сына, беги скорее в бакалейку. Вот деньги купи, чего надо, не хватит, еще подкупим. Ой, хлеба, сына, хлеба. Беги. Пап, там веник за баней на стене. А ты боялась, Надюха. Понимать надо, он какого парня-то вырастет. Ой.
тебе смотри на меня. И на себя посмотри. Пуговицы. Не боец. Все. А в армии тебе дадут по боевой тревоге. 45 секунд. Точно. Вояки. Ленька, ты чё? Не мешай, Людка. Курс молодого бойца. Иди, дочь, занимайся своим делом. Ой. Не мешай. Все, все, считай задание. О, голова. Голова. Лошмя, лошмя надо. Вас, сынок, когда я служил, старшина веревочку натянет, как задница задел, так наряд не очереди. А когда я служил, у нас проволочку колючую натягивали. Немцы. А к ней мины. Наряд не очереди. Бать, давай голубей запустим на прощание, а? Пошли, пошли, сынок. Слышь, сынок, ты там смотри, чтоб ни одна холера-то на нашу землю. Брось, Василий, никто на нас не кинется. Не паникуй. Кидались, ну? Кидались. Ну и дали им. Лодочь, братка-то в армию уходит. Ну ничего, мы тебе еще одного народим. Ты что говоришь-то, Бафи? Что говоришь-то? Не слушай его, Оля. Да ладно, все уже знают. Сань, может, мы тоже пойдем с тобой? Состругаем себе Снегурочку. О, жизнь-то. Молчи уж, стругальщик. Куда вы, заполошные? Слезайте, расшибетесь. А что ты делаешь, Ха? А где они, Оля? А где они? Над головою. Прямо ввысь смотрите. Ты показывай ее ему-то, а то не увидит. Не, пусть маленько подымутся еще. О, потерял он нас. Дотянул. Ой, чудо, шею взломила. Что-то не могу. Все, хватит. Пойдем, Вась, тяпнем. Не-не, не. Он же понимает, что она здесь. Куда он без нее-то? Гляньте-ка, летит. О, жизнь-то. Камнем, прям камнем. Боже мой. Yeah.